Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Звездные войны битвы. Так, получаем с тобой... Ух ты. 150. 150 шипов заработали. Так, ну что? Ага, получить. Так, почему только 3? Опа-на. 1000 шипов. Вау. Боец Альянса из расы Дуросов. Так, а здесь? Юкрыл. Собственной персоной. Так, а эти ребята у нас закрыты верхние. Хорошо, хорошо. Значит, теперь мы можем с тобой нажать вот этот. 2 часа всего лишь открываться будет. 60 шипов здесь. Так, даром. Что нам дают даром? Огненная башня. И здесь то же самое, да? Что за альянс, что за повстанцев. Ага. Так, новиночка. Так, ребят, ну что, я буду прокачивать. Так, боевой дрон. Или как это, дрон-разведчик у нас, скорее всего, да? Мы его прокачали. Дальше, я не знаю, надо. Ну давай улучшим, фиг с ним. Окей. Он же огнеметчик у нас получается, да? Так, а за светлую сторону есть что-нибудь на прокачку? Оу, вот этот парень. Ну, неплохо. И вот это вот можно прокачать, 1000 стоит. Ну, у нас и на темной стороне, кстати, есть тоже. Погоди-ка, или нету? Тут 400 всего лишь. Ладно, прокачаем с тобой эту башню. Угу. А здесь, значит, прокачаем вот этого солдата. Или это не солдат, это у нас бомбардировка, по-моему. Окей. Ну что, неплохо начали, да? С прокачки, так сказать, некоторых юнитов. Что у нас тут новинка? Так, Акбар оттесняет силы темной стороны на Скариф, чтобы обезопасить район и расставить свои собственные ловушки. Да подожди ты, события с шипами тут закончатся через один день. Вау. Так, ребят, ну что, давайте попробуем поиграть. Лучшее нападение в бой. Ну тут серьезные противнички. Помнишь, как меня в прошлый раз наказали здесь? По-моему, вторая серия была, когда я пошел на эту арену и посмотрел, как там жестко лютуют ребята. Так, лучшее нападение. Блин, мне еще дали альянс, ё-моё. Ха-ха-ха-ха, очень весело. Веселее, блин, не придумаешь. Yes, sir. Да бросай ты свой... Ой, дурила, а. Погнали. Чего он там сделал? А что такое сейчас было, ребята? Кто это такой вообще? Это мандалорец, что ли, был? Смотри, что творит. Ну нифига вы, ребятушки. Подбили, все-таки подбили, а. Ой, какая-то фигня там приходит, которая то ли обестачивает, то ли что он там делает, я не понял, ребят. Ну что-то делает. Бросай давай свою штуку. Угу. Так, поехали. Броневики вперед из песни. Пускай он там стреляет, пусть застреляется. Давай. А чё так издалека бомбит-то, эй? Есть, хотя бы башню отбили. Уже в плюсе. Полетели. Полетели.
допустим. Да опять этот хмырь там, а? И все в шоке, да? Да ты заколебал уже, ну серьезно говорю, блин. Так, это говно надо уничтожить, достало оно тут. Ползает. Че, победа? Я вообще ничего не успел, ребята, понять. Вот серьезно говорю. Кто это у него такой? Что это за чувак? Я не знаю. Я вообще не успел на самом деле ничего сделать. Пошли еще разок. У нас три попытки. Три попытки израсходуем. Потом пойдем. Но опять же он говорит, баланс сил уравновешивает. На самом деле ни хрена тут не уравновешено. Да ненавижу я за этих играть, блин. Дайте мне империю, блин. Трэш какой-то. Мне не нравится за них играть, ребят. Ну давай, стрелять, я не знаю там. Бегут они. Эх, малыши, малыши. Так, у нас огнемет, огнемет. Че, мне обесточили пушку, что я иду? Заколебал, а? Кто ж тебя уничтожил-то, не пойму я. Огнемет, огнемет. Есть. Давай сюда. Слушай, ну ты извини, ну как он так нахрен быстро-то сносит? Я не могу врубиться вот это. Так, надо вызывать Йонду. Пошли. Уничтожим. Почти, почти уничтожили. Ну, победа за нами, наконец-то. Твою ж налево. Фух. Чудесно каким-то образом победили. Да-да-да, красавчики, красавчики. Так, держать. Так, ну что, получаем с тобой 200 шипов. Поехали. Лучшее нападение. Лучшее озвездюление, я бы так сказал. Да опять мне дают этих. Ну что ты будешь делать-то, а? Что ты будешь делать? Дают мне вообще не то, что я хочу. Вообще подлагивать начинает. Давай, неуязвимый свой вешай. Трындец. Он еще меня опередил, да, в плане базы. Дрон этот еще тут
паршивый. Готов. Сейчас попробую машину вызвать. Пускай едет. Пускай она едет. Да я жду, жду. Ну и чего? Так, ага. Мелкие, мелкие побежали. Пинайте, 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 пинайте. Ну? Отлично, красавчики. Так, имперец бежит на нас. Я, знаешь, что, кстати, хочу сделать? Смотри. Вот так вот. Пускай он там своим огнем уже шпарит нам, как бы по барабану сейчас. Угу. Взорвал, да? Что у нас там выходит-то, блин? Не вижу ничего. Есть! Фух, друзья мои. Ну что, победа? Это сладкое слово. Победа. Прекрасно. Так, что у нас тут? Вау. Давай смотреть. 80 шипов. Ух ты. Сейсмическая бомба. Это новое что-то, ребят. Так, боевые дроны. Команда с повстанцев. И огненная башня. А что за вот эта вот карта? Можно мне ее как-то посмотреть? Ну-ка, дай-ка мне новиночку эту. Так, ну здесь можно прокачать. Прокачиваем. Огненная башня. Отлично. Так, а теперь не новичка. Где этот новичок у нас? Не пойму, куда он. Вот. Данные. Оглушает и наносит урон врагам в зоне поражения. Выбрасывает мощную звуковую ударную волну, которая разрушает и оглушает все вокруг. Фу. Даже. Ну, например, а куда я ее могу взять? Она автоматически встала, да, к нам? Смотри, какие карты на планетах. Где вот этого свинорыла взять? Гамарианский гвардеец. Боба Фетт. Ну вот, я же говорил, что этот был у него вроде бы. Чувачок, а тот что у нас? Слушай, я на каком месте-то? На 10-м? Воу. Спасибо. На 10-м месте я, друзья. Так, сейчас посмотрим. Блин, да что ж ты будешь делать-то? Все время мне дают за этих, а? Че, медом намазано, что ли? Давайте мне. Ну и чего тут прикажешь вызывать? Давай, погнали. Да, мне даже нечем воспользоваться здесь. Вот так вот, если. Строчи. Башню теперь, башню. Ох ты. Слушай, а не слишком ли он круто начал? Смотри, что творит. Вот она, сейсмическая фигня, которая сейчас только что была, видел? Сейчас мы эту башню с тобой... Угу. Отбили. Аж 20 раз.
Слушай, вы достали, а? Да что у него сильнее юнит это, блин? Я просто это, блин, серьезно, блин? Заколебал уже. Фу, перепуга-то, блин. Сейчас мы эту башню отнимем у него. Ну. Ты заколебал, а? Шикарно. Давай, ребятушки. Ой, что творит, а? Чепушила несчастный. Ну, говношлеп, а? Так, он не успеет, ребята. Есть! Фух. Да какое еще потерь подключение, ну... Сейчас еще и не засчитают. Нет, все нормально, засчитали, ребята. Прекрасно. Ну что, двигаемся дальше. О, ну наконец-то дали мне империю. Ну-ка. Что тут у нас? Да завязывайте давай, малышня. Так, мы будем с тобой брать башню эту сегодня или нет? Летуна, летуна этого валите, пожалуйста. Что это за шарики? Roger, Roger. Что это сейчас было, блин? Скажи-ка мне на милость. Ё-моё, бомбочка, ну понятно. Нет, это, наверное, слишком жирно для них. Сейчас, подожди секунду, подумаю. Что тут надо думать? Погнали. Что-то мне кажется, что я тут проиграл. Что ты скажешь по этому поводу? Какие-то шары, блин, нет. Что за шары? Откуда берутся? Не пойму. Он опять успел, да, построить? Давай дроны, блин. Пока, блин, базу бомбим. Я офигею. Да ну, блин, бред какой-то. Просто бред. Да. Пипец. Шары, блин, вылетают у него. Ребята, у меня такого нету. Поэтому не удивляйся, что я проигрываю.
выпускает шары, которые летят и избивают всех юнитов на своем пути. Какой-то нахрен бог тут еще играет. Бог. Так, ну, возьм... О, ну вот смотри, ну вот. Элементарный пример тебе. Он успел что-ли тут еще и построить мне свою базу? Ты не прихренел ли, парень? Я смотрю, ты вообще обуревший. Просто обуревший в корень. Фига ты, хмырь даешь. Подожди секундочку. Не знаю, что тут лучше сделать. И чего? По барабану, что ли? Дайте мне хоть одну базу-то построить, ё-моё. Кто там бежит? Это катастрофическая нехватка просто, ребята, энергии. Я тебе серьезно говорю. Просто катастрофически не хватает. И это они еще говорят, наверное, про какой-то, блин, баланс, уравновешивание силы и тому подобное. Угу. Нет, ребят, тут... это пипец просто. Чувак с базукой на этом, на ездовом, блин. У меня нету. Ну, когда будут, тогда и поговорим. Ну, фейл, друзья мои, тут фейл чистой воды. Так что погнали с тобой. Так, подожди-ка, а что у нас тут? Скрываем. Так, понятно, это шипы. Новая карта, это Тоскенский рейдер. Штурмовички. Так, бомбардировщик. И турболазер. Допустим. Так, разблокировать. Забираем. А, вот здесь вот. Нифига я наград наполучал. Давай, 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 все забираем. Пять карточек, отлично. Так, еще, да, у нас сферы. Ну давай. Турботанк. Опа. Эвокский планер. Что-то новенькое. Так, 180 шипов. Бомбардировщик и стая поргов. Замечательно. Так, мы еще что-нибудь можем с собой здесь забрать, нет? Пока нет. Заработай медали. Одной медальки нам не хватает. Это мы можем с тобой усилить. Так, ну вот теперь смотри, самое интересное. У нас есть вот этот чувак. Данные почитаем. Быстрая боевая единица ближнего боя с сильными атаками. Использует палку в бою на бластерах. Тем не менее умудряется быть абсолютно ужасающим.
Так, он проявляет слабость против летающих и огня, да? Я его выберу вместо... Вот, вместо этого огнеметчика. Средняя стоимость 3-4 манны у меня по картам получается. Так, а на светлой стороне у нас вот это вот. Это что такое у нас? Доставляет боевые единицы ближнего боя к зоне военных действий. У кого есть 8 рук, 8 ног и 2 крыла. Эвонский планер, несущий 3 эвоков, конечно. Эвоки, да, значит. Проявляет силу против... Ага, снайперов и тому подобное. Ну, я не знаю, давай возьмем вместо кого только вот его взять. Вместо... Блин. Вот так, наверное, поставлю его. Так, ну что, друзья, погнали, погнали драться. Мы еще с тобой до сих пор на планете Эндор. Да, Джеонизиса нам с тобой нужно еще 90 очков. 90 очков зарабатываем, перелетаем на другую планету. Блин. Ну что же, выбор пал на них. Угу. Что сделаем с тобой? Я даже не знаю, что мы сделаем. Давай. Что у вас там заглюнило, да, ребята? Связь, что ли, пропала? Че ты? Блин, я отвлекся, ребята, смотрел на экран. Так, и давай-ка вот без этих вот выкрутасов. Нет, наверное, вот здесь надо все-таки поставить. Влупляй, влупляй, влупляй. Смотри, что творит, а? Хочет бомбить. Так, а я могу сбросить, например, их вот сюда? Могу. Понял? Как это делается? Все. В 3 секунды справились. Да, не ожидал, конечно, я такого эффектуса. Так, а как же нам заработать? Вау. Так, друзья мои, получаем 50 кристаллов. Следующая награда будет у нас бомбардировщик. Поехали. Так, а это что у нас тут еще? Турболазер. Прием, прием. Наверху написано прием, прием. Да-да-да, а при нем задачка. Опять империя. Окей. Опять у нас тут. Я не знаю, давай так вот сделаем. Роджер, Роджер. Блин, а у меня нету, ребята, этого джедая. Давай, давай, стреляем. Есть контакт. А вот сейчас мы с тобой проверим вот этого чудика. Бешит который. Ах ты. Что он там делал? Он издалека бомбит, да? Я не могу до него дотянуться даже. А мы будем базу потихоньку с тобой бомбить. Roger, Roger. Все-таки распетрушил. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй!
Слушай, ты достал. Мы там хоть деремся, блин? Это назвать деремся, это очень... Пипец. Это пипец, ребята. Что он тут еще делает? Так. В плане. Мне непонятно, почему не строить. Ну. Я проиграл, да? Да, друзья мои, тут я проиграл. Увлекся отражением, блин, атаки и забыл построить базу у себя. Погнали. Блин, 90 очков всего нужно, чтобы перейти на другую планету. Блин, мне дали этих империю, ой, империю, повстанцев. Давай, полетели. Промахнулся ты, малька, парень. Чутка ты промахнулся. Так, это у него кто там, огнемет? Давай-ка так сделаем, сбросим там. Ну, это вот, блин, чудика. Да. Так, эту машину мы с тобой сейчас будем уничтожать. Кем? Вот этими. Только они и помогут нам. Так. Бросай бомбу. Минуточку. Отлично. По красоте, а? Так, тут, наверное, мы опять сбросим с тобой, да? Давай, 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 родные мои. Жарим, 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 жарим. Так, малыши. Отлично. Закромсали. Ненавижу огнемет. Ай-яй-яй, чуть-чуть, чуть-чуть не дотянул. Ну, закромсали, молодцы. Эти там затыкивают копьями. Куда? Ты смотри, что я все-таки уничтожил. Стоп. Я тут увлекся. Да не тем, чем надо. Где база, блин? Твою налево. Я, блин, прозевакал, ребята. Базу-то не увидел, что у меня базы нет второй. Ё-парасоте, вот это да. А как он, интересно, мог ее уничтожить, если он даже на моей территории не был, а? Скажи-ка мне на милость. Ее крылу. Турболазер. Так, огненная башня. И повстанцы. То есть ничего такого нам не дали, да? Мощного. Блин, горелый, а? Ну, ты смотри, куда мы скатились вообще. На самое дно. Так, империя наносит ответный удар.
Империя наносит ответный удар. Спокуха. Так, здесь, наверное, вот так вот сделаем. Да хорош. Еще эти мелкие сюда лезут. Погнали. Вот тут он бомбит-то. Ну, допустим. А, мы же ее оглушаем, все, я понял. На-ка. Какой ты, блин, нерасторопный, а? Эти порки, блин, валят любого, блин. Своим отрядиком несчастным, а? Так, дайте мне базу построить. Или что-нибудь, я не знаю. Огнемет. Ёпрасоте, блин. Опять отняли у меня базу. К сожалению. Давай так вот сделаем. Отлично. В хлам. Ну. Тут и оно. Есть. Фух, друзья, победили. Наконец-то, блин. Наконец-то победили. Усиление только наполовину получилось, да, у нас? Еще бы три башенки, и мы с тобой могли бы взять. Так, ну что, поехали дальше. Оп, 425, опять же. Подрастают у нас кубки. Но было 500, не забывай. Или сколько там было, я уже не помню. Так, блин, опять не за этих, а? Как же мне за них, блин, непривычно, некомфортно играть. Чего он там взял? Ну, запинали, молодцы, красавчики. Рассыпались, да? Мои голодранцы. Ну давай, минусуй. Чё ты тут уже лыбишься-то? Так, огнеметчика. Жги, отлично. Красивенько. Так, сейчас пойдем уничтожать тьму эту. Вот так вот. Пока он тут будет мной разбираться, мы будем базу ему уничтожать. Красиво. Погоди, куда ты выпустил-то? Господи, я... Огнемет, быстрее.
Так, а мы можем с тобой... Сейчас посмотрим, он стреляет. Он же огонь? Огонь. По нам он, по идее, не должен достать. Отлично. Поехали давить клопа несчастного. Эть, упал. А мы вот так вот сделаем, сброс. Красиво. Вот сейчас было красиво, друзья. Ух ты, какой-то сундук. Хорошенький мы с тобой нашли. Йода медитирует. Ну что, давай вскрывать. 300 шипов. Так, Юкрыл. Команда с повстанцев. Турболазер. И огненные башни. Как-то так, ребят. И сейчас посмотрим, куда мы с собой переместимся. А, нет, подожди, не посмотрим. Так. Если мы усилим с тобой, да? Нет, мы можем вот так вот сделать. Ух. Тоже, кстати, можно открыть, если заработаем 25 фишек. 25. Так, ну неужели у нас эти прокачиваются? Ага. Здоровски. Очень-очень даже прекрасно. Так, ну что, друзья мои, давайте мы, наверное, с вами на этой ноте закончим на сегодня. Обязательно продолжим в следующей серии. Так что всем удачи и до новых скорых видосиков.